В этом году Актобе празднует свой 153-й день рождения. Горожане впервые после ковидных ограничений смогут участвовать в массовых гуляниях, которые пройдут 4 дня. Так, в четверг для актюбинцев прошел конный парад и была организована выставка гончих породы таза. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. 60 всадников и их кони проскакали по центральным проспектам города. В мероприятии участвовали казахская, карабаирская, английская, русская, рысистая породы лошадей. Это представление приятно удивило актюбинцев. Очень рада после карантина, особенно вообще. Огонь. Очень интересно, первый раз. Это очень круто. Мы здесь практически совершенно случайно. У меня семья приехала сюда буквально несколько дней назад. Я сам здесь живу уже почти 5 лет, и вот они приехали, и такой подарок город дал. Для ребенка впечатление, которое, в принципе, городское, не видел ничего подобного. Это прям, ну, грандиозное событие. И те эмоции, парад, которые ребенок испытывает. Необычный конный парад. Да, это прям здорово. Спасибо, АТБ. Спасибо. С днем города. Шествие проходило по проспекту Абулхаирхана. Далее мероприятие продолжилось в формате выставки в парке имени первого президента. Всадники представляли своих лошадей, делились особенностями по содержанию и уходу за животным. К слову, на мероприятии собрались всадники со всех районов области, в их числе были и даже юные джигиты. Я начал садиться на лошадь с 3 лет и начал бегать на ней в 6 лет. Я думаю, что каждый казах должен уметь кататься на лошади. Потому что казахи раньше не слезали с лошади. Отметим, 28 мая на ипподроме стартуют скачки и игра «Кукпар». На приз Акима области будут состязаться 8 команд. Эти мероприятия направлены прежде всего на культивирование национальных видов спорта, поделились организаторы. Важность в том, чтобы казах тайдуда нагыз ұлттық рухты қайрайтын сондай спорт. То есть это наш генетический код такой срабатывает, потому что наша культура казахская, она очень тесно связана с лошадью. И именно вот с национальными видами спорта, с кукпаром, это мы очень тесно связаны. И то есть любой, я думаю, казах, когда садится на лошадь, он себя чувствует таким вот, это в нем просыпается все. К слову, в рамках празднования Дня города в Центральном парке была организована и выставка гончих тазы. Эта порода собаки – национальная гордость и достояние казахского народа. В свое время тазы спасали от голода целые аулы. Их брали с собой на охоту. Тазы по имени Самрук, ей 2 года. Казахская борзая – достаточно редкая порода охотничьих собак. Отличается она, как вы заметили, утонченной внешностью. Однако они очень быстрые. Что касается ухода за ней, нужно больше гулять с ней, брать на охоту. Ни в коем случае не одомашнивать. Частенько участвуем на выставках, рассказываем молодым об особенностях тазы. Подрастающее поколение должно знать достояние предков. Отметим, 27 и 28 мая с 7 часов вечера начнутся концерты и народные гуляния на 14 площадках города. А в воскресенье утром пройдет марафон по бегу, а вечером на центральном стадионе состоится товарищеский футбольный матч между Актобе Старс и Спарта Астана. Гульдана Халенқызы, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.